кнопочку нажмите. Да? Смешно, да? Очень. О, черт. Вот это. Вот именно так. Безапелляционно требуют, чтобы мы включили в передачу тот или иной номер ваши дорогие дети, наши дорогие телезрители. Кстати, здравствуйте. Так что сегодня взрослая утренняя почта будет составлена по заявкам детей. Ничего не попишешь, дорогие мамы и папы. Сравните сами. Вот это вы нам прислали, а вот это... Следить за детьми надо лучше. Что они пишут и кому? А все-таки... Положа руку на сердце, приятно. Есть у утренней почты свой зритель? И не один? Как всегда в часы выходного дня просит сказку сил рассказать меня. До предела надоело это дело мне, и тогда решился я внезапно рассказать про динозавров, и с тех пор только лишь о них разговор. Динозаврики, может, вы попрятались в Африке и жуете бабы на завтраки, всей науки скуки в Африке. Динозавров нет, говорю весь день, знать наказаны за большую лень, знать не часто пасти пастой, чистили они по утрам, знать зарядка им неинтересна, знать страдали лишним весом, только он шепчет все равно сквозь сон. Динозаврики, может, вы попрятались в Африке и жуете бабы на завтраки, всей науки скуки в Африке. Динозаврики, 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 динозаврики. Как теперь мы сами знаем, я семья, видно, джина из кувшина выпустит своей рукой. И теперь готовы хоть завтра повстречаться с динозавром. Только вот неизвестно, где живет. Динозаврики, может, вы у нас они в Африке, может, это живет динозаврики, все науки с руки в Африке. Динозаврики, 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 динозаврики. В нашей редакции всегда рады детским письмам. Любят они нас больше, пишут чаще, ругают меньше. Но если дети кого-то начинают критиковать, то здесь могут пострадать даже самые бородатые авторитеты. Thank you.
ночам требовал какой-то ключ. Всю ночь ха-ха, всю ночь хихи. Перо до утра читал стихи. Крики, битки, кутерьма. Мне кажется, порой я сошел с ума. Жизнь моя сплошная мука. Я так устал от этих кукол. Одно и то же тысячу раз. Карабас-барабас. Тем не менее, его песенка уже спета. Так, кто у нас на очереди? Да, мы обязательно должны поблагодарить Машеньку Сидорову, которая хотела услышать что-нибудь заграничное, но только хорошее. Спасибо тебе, девочка. Ты знаешь, так иногда трудно найти среди писем одно, то самое, в котором бы нас просили передать именно то, что мы и сами бы с удовольствием включили в передачу. Thank you.
Мне с тобою хорошо, тебе со мною хорошо. У нас хорошее настроение, и все у нас будет хорошо. Примерно так можно перевести содержание этой песни. Хотя речь не идет совсем о другом. Кстати, уважаемые мамы и папы, повнимательнее следите за тем, что слушают ваши дети. Знаете, эти иностранные песни, они так обманчивы. Порой слушаешь, мелодия вроде прелестная, текст как будто тоже симпатичный. Но непонятно про что. А вдруг там какая-нибудь гадость? А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь, ага. Я поганками наелась и на пакости стремлюсь. Я такая забияка, обожаю крики брать. Я маленькая бяка, я маленький дрек. У меня 4 зуба, 8 шей. У меня большие губы, большие. Диету соблюдаю, мама, много лет. Тараканов поедаю на обед. Опускаю их в посуду, растворяю кислоту и ем полученное блюдо вместе с газовой плитой. Ведь я маленькая мерзость, ведь я маленькая гнусь. Я поганками наелась и на пакости стремлюсь. Это я! И микробная зараза. На приспелом на заборе. Это я! И ботинок на мозоли. Да-да-да-да-да! Если где нужна интрижка, хулиганка, тут как тут. Бурвиянка, костунишка, меня девочки зовут. Ведь я маленькая мерзость, ведь я маленькая гнусь. Я поганками наелась и на пакости стремлюсь. Я такая забияка, обожаю как и брать. Как я маленькая бяка, какой ужас! Сразу вспоминаешь себя маленьким. Ну, смотри! Нет. Поменьше бы сидели дети около телевизоров. Нет, конечно, против своей передачи мы ничего не имеем. Но, друзья, согласитесь, выходной день, утро, самое время детям погулять. Не мешай, девочка, не видишь, играем, да, работаем. Чтобы они дышали свежим воздухом на природе, играли бы с любимыми игрушками где-нибудь там в песочке. Что такое? Я тебе открою тайну. Тайну? Никому не говори. Нет. Если рано ты проснешься, если встанешь до зари, если тихо выпьешь чаю, если выйдешь из двери, если ты пойдешь направо, а потом чуть-чуть левей, я тебе открою тайну. Тайну? Тайну. Я тебе открою тайну. Тайну. Никому не говори. Нет. Если рано ты проснешься, если встанешь до зари, обогнешь большой колодец, обойдешь засохший пруд. Там у старой водокачки, у забора две собачки громко косточку грызут. Я тебе открою тайну, тайну.
тайну. Тайну. Тайну. Тайну. Какая хорошая косточка, девочка. Песенку детскую спела, которую никто не просил. Наверное, не часто телевизор смотрит. Но такие дети теперь редкость. Вот, например, письмо 5-летнего Степочки. Уважаемый коллектив музыкального телевещания, многие годы слежу за вами и не могу не поделиться своими соображениями по ряду узловых моментов в концепции построения вашего репертуара. Простите, я забыл сказать. Дело в том, что Степа еще не умеет писать, и ему помогала его бабушка. Поэтому некоторые слова написаны через ядь. В ваших передачах, ведущий зачастую не знает, что ему делать, и поэтому вынужден связывать различные номера всякими неоправданными действиями, входами, выходами, падениями, вставаниями, что вызывает мое детское удивление. Нельзя сказать, что я с тобой не согласен, Степочка. Действительно, вставания и падения зачастую не безболезненны. Но что делать, Степан, если следующий номер именно об этом? Просят нынешние дети голубой вагончик или зеленый кузнечик. Подавай им что-нибудь ультра или как минимум супер. Так и не знаешь, как угодить.
кое-как по ниточке. По ниточке, по ниточке. Ну, не по ниточке, конечно. Иду я по канату, сама себе кричу, стоять! Сам себе не крикнешь, рядом сразу 100 голосов. Сто друзей в одну передачу? Нереально. А у меня все схвачено, за все заплачено. На что вы намекаете? У нас сегодня все номера заказаны детьми. Вот, например, Пугачеву давай. Дети. Девчонки, интересно, ты меня домой провожал с репетиции школьного оркестра. Этот вечер близок и далек, но со мной всегда и повсеместно. И девочка та, и тот паренек из школьного оркестра. Блин-блин-блин-блин, я не ревную тебя. Блин-блин-блин-блин, обиды нет. Блин-блин-блин-блин, мы не вернемся туда. Блин-блин-блин-блин, из этих лет. Блин-блин-блин-блин, но если любишь, звони. Блин-блин-блин-блин, поговорим. Тихо заиграю и тебе, тебе одному о своей любви проболтаю. Загорелся в небе огонек и любовь далекая воскресла. И девочка та, и тот паренек из школьного оркестра. Блин-блин-блин-блин, я не ревную. Блин-блин-блин-блин, обиды нет. Блин-блин-блин-блин, мы не вернемся туда. Блин-блин-блин-блин, из этих лет. Блин-блин-блин-блин, но если можешь, звони. Блин-блин-блин-блин, поговорим. Сердцу не хозяйка. Нам бы лучше не вспоминать. Ой, да чего ж мы дуры, балалайка. Три струны ударим поперек и придут оттуда неизвестно. И девочка та, и тот паренек из школьного оркестра. Блин-блин-блин-блин, я не ревную тебя. Блин-блин-блин-блин, обиды нет. Блин-блин-блин-блин, мы не вернемся туда. Блин-блин-блин-блин, из этих лет. Блин-блин-блин-блин, но если можешь, звони. Блин-блин-блин-блин, поговори. Ну вот, думаю, наши юные зрители останутся довольны, ведь мы постарались выполнить их заявки. А теперь займемся взрослыми. Более 70 лет трудится на своем посту наш дорогой начальник. Он очень любит загадки, шарады, цирковые номера и фрагменты из мультфильмов. Ну что ж, я вас понимаю. Но поймут ли дети? Ведь, судя по их заявкам, им это будет просто неинтересно, да и рановато.
тем более, что нам уже поздновато. Как говорится, всякому овощу свой шкаф, если я ничего не путаю. Может, напрямик, а может...